Еще один торговый дом загорелся в Караганде. Сегодня горело подвальное помещение магазина «Громада». Об этом сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС Карагандинской области. Нужно отметить, что в нашем городе за последние 2 недели это уже 3-й торговый дом, оказавшийся во власти огня. Пожар в подвальном помещении торгового дома «Громада» произошел приблизительно в 8:55. На место пожара выехали 39 человек личного состава и 10 единиц техники службы пожаротушения Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Сейчас из-за большой загрузки в помещении сильное задымление. Пожарные пока не могут подобраться к очагу пожара и определить его площадь. По словам дознавателей, площадь подвала составляет 80 квадратных метров. Здание торгового дома оцеплено, и из него эвакуированы все люди. Нужно отметить, что это не первый пожар в торговом доме за прошедшие 2 недели. На сегодняшний день пожарники выясняют причину возгорания торгового дома. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».